Едем в автобусе по Казани. Первый полурабочий день. Отъезд. Главные роли не забудь. Во-во-во-во. Сергей Львович. Корефана можно в эпизодах. Опаздывающий после завтрака. Комплекс стендовой стрельбы «Свияга». Вот на таком берегу Волги. А вон там горнолыжная база, где мы живем. Стендовой площадки. Вся информация вывешена в нашей палатке вот на этой доске. Сергей Львович такие подробности все расскажет, кто чем занимается, кто что делает. Пожелать вам удачи. По форме один. Алексей Владимирович, мне понятно, генерал, понятно? Горбунов Николай. Николай, сам не Я Михаил Владимирович. Михаил Владимирович. Ну какой кузнечный. Крут не попал сюда. Здрасте. Я пансионеру фавору. Я думал, в микрорыжку летел, а не сразу. Он уже летел, как в микрорыжку. Ну, смотри там. Знаешь, 5 стреляет. Нас много. Перевести. Нас много. Тут аж зажигалки отнимают, но мы хитрые. А потом пойдет ментам, сдаст наши фотки. Вот они курят, сидят. Вон они где курят. Точно, вот точно, точно. Второй день, вот они. А, Б, мужики. То есть С, Д, Е, вот они. Тумакам, можно было бы верить в Вот во главе с главным судьей.
господином Лыковым, вот он стоит спиной. Дурака валяет целый день опять. Воды халявной, полный шкаф. Лейтенант генерал спит, служба идет. Традицией проводить крупные соревнования на нашем стрелковом объекте. Да, я. И еще один очень традиционный режим. Это Жанна Бахаенко. И мы его не все. И они. Извините, пожалуйста. Приехали. Я всех снимаю наших. А это в магазине. Рефери в магазине. Вот. Вот та полушка очень интересная. Горнолыжный комплекс, база, где мы живем. Мы живем не в других домиках внизу. Если пойти туда, там будут домики с сауной. У входа в столовую. Оставайся назад, назад. Раз, два, три. Все. Ура! Пристрелка на трапе у нас сегодня. Крутой фильм ставит. Самый крутой судья. Все слова по-английски знают. Катар. В пиджабе будет стрелять. Слышно этих динамиков, если бы они стояли бы туда.
приехали в город Свияжск. Находится слева река Щука, справа Свияга. Так, что делать с этой аппаратурой? У вас и есть вот наушник, это наука. Вторая часть вставляется знаменитый в отверстие. Вот, вот, монастырь Свияжск. Я не знаю. Так, давай. I think maybe you need washroom toilet, you? We find out. Вид со стороны Свияжск на слиянии рек Щука и Свияга. There is no need. We can wash our hands if we need to. Из дерева лиственницы собираются все. Строительство ведется в строжайшей тайне, чтобы враг ни в коем случае не заподозрил о намерениях царя. Как только город собирается, бревна размечаются, разбираются, а в апреле 1551 года, как только с рек сходит лед, караван судов и плотов, заготовленной крепостью, двигается сюда, к подножию круглой горы. Между этим храмом и собор более нарядный, праздничный. А особенно тот факт, что эти элементы были построены позднее, О, вставил. А там дальше еще. Сергей Борисович. Сергей Сергеевич. На фоне Сергея Борисовича. Как не успел? Да. Держи. Шурику туда нельзя? Она же, он же Шурик. Иконостас. Здание без дивного гвоздя. Звука. И если и проходят фестивали духовной музыки в Свияжске, то, конечно, в этом соборе. И недавно... Это была... Школа – это пожарная часть, а вот там, вон вдали, как раз где мы живем, за этой горкой. Нравится. Дом 19 века. Дом купца Агафонова. На данный момент. Я
Капулько 2030. Золотой призер Кубка мира в Акапулько 2013. Борис Станко, Словакия. Participant of the World Championship in Croatia 2005. Участник чемпионата мира в Хорватии 2005. Participant of the Academic World Championship in Peking 2008. Участник академического чемпионата мира в Пекине 2000. Будущий чемпион Кушадин, младший.
и Костя Ещенко приезжал. Ещенко. Костя Ещенко приезжал, просто сам. Под номером один в этом полуфинале из Сапара, из Сарапа, Импра Серцук, Таиланд. Китай. The bronze medalist team of the Asia Games in Guangzhou, China, 2010. Следующий призер чемпионата Европы юниоры Брно 2003. The silver medalist of... Под номером 3. Альбина Шакирова, Россия. Russian Federation. The gold medalist of Summer University in Shenzhen, 2011. Золотой призер Летней Универсиады Шэньчжэнь 2003. Chief Range Officer and International Referee Завгородний Владимир. Старший судья площадки судей международной категории Завгородний Владимир. Участникам пожелаем удачи, просим на позиции good luck. Секунду. Ну я говорю, врет, как Троцкий. Правильно он сказал. Стоял на третьей. Промах. Кверка. Стрельба за бронзу. По результатам перестрелки Зимкова занимает четвертое место. Шакирова обладательница бронзовой медали. За первое место. Сарапа, Таиланд. Китай. Наградится из Сарапа и
Суд! Прошу всех спать. Церемония награждения скид женщиной. Командный зачет начнется через 20 минут. Дамы и господа, начинается церемония. Медали вручаем. The medals will be presented by Митхат Вахдар, вице-президент Международной федерации спортивной стрельбы. Технический делегат. And technical delegate. Мишу Ангелина, Акчурина Эльвира, Айдарханова Жария. Серебряной медалью награждается Second Place and Silver Medalist. Тайланд! И Сарапа Импрасерцук. Нут Чая Суд Арпор. Нут Ча Суд Арпор. First place and gold medalist. Российская Федерация. Лучше еще. Коновалова Надежда. Крахмалева Анастасия. Шакирова Альбина. Прошу всех встать. Звучит гимн ФИСУ. Ladies. Там вас ждут. Плохо не хватает. I don't know. Да? Отлично. Вот здесь находится спортивно-стрелковый комплекс «Свияга». Вот на этих. Такой с него вид. Финал. Спасибо.
бронзу. Вот здесь находится спортивно-стрелковый комплекс «Свияг». Вот на этих такой с него вид. Финал. And by loss of one target, Mr. Topley from Russia, they fulfilled the first station. We have three stations to go. Опережает Топлей Россия. За золото Чехия, Италия. Награждается third place and bronze medalist Tomáček Jakub, Czechia, Czech Republic. Серебряной медалью награждается second place and silver medalist Tomáš Cassandro. За первое место золотой медалью награждается first place and gold medalist Нинале Томас, Чехия, Czech Republic. Несколько минут. Ladies and gentlemen, the victory ceremony will start in a few minutes. Международной федерации спортивной стрельбы и технический делегат Универсиады 2013. Vice President of International Shooting Sport Federation and Technical Delegate for Universiade, presented by Василий Мосин, бронзовый призер Олимпийских игр, посол Универсиады 2013, Олимпийский бронзовый.
third place and bronze medalist, Czech Republic, Czechia, Tomasek Jakub, Niederland Thomas, Navote Jakub. Серебряной медалью награждается second place and silver medalist, Италия, Italy, Кассандра Тамара, Татьяна Жан-Карла, Саблона Марко. Золотой медалью награждается first place and gold medalist, Российская Федерация, Russian Federation, Сенцов Роман, Теплый Николай, Землин Александр. Семинар все. По сдаче норм открыт. Луком. Чиполлино. Пять человек. А кому тарелочку еще? Николай Николаевич. Быстро. Let's find something. Оса. Подтягивайся. Я тоже принимаю. Не последний год. Да нет, это самый стакан. Не последний год. Можно? Юрий. А это налили там? Налили. Что вилла будет? Доволь, да. Принес Узо. Давно его не пил. Давно. Я могу задать. Заряжает два патрона. Два как? Мои действия. Я считаю. Первое. Предупреждение. One shooter charges two cartridges for one target. What is his action? Is the semi-final or the shoot-off? Это не квалификация. Во время перестрелки. Он попадает в его, они по одному пробу.
Там мишень прилетела, что делать, что ли говорит? Никого не слушай, никому ни в чем не вступать. В трубах тарахтеть, никого не слушать, никому ни в чем не уступать. Я сегодня дождь, я ее под... Птичка на гнезде. Спортсменов. Ladies and gentlemen, please welcome. Номером один. Yang Ия. People's Republic of China. Китайская Народная Республика. Победитель 26-й летней универсиады в Шэньчжэне 2000. Хамис Аль-Суайди Мухаммед Абдулла Дахи. United Arab Emirates. Объединенные Арабские Эмираты. Многократный участник на номером 3. Дэвис Алистар, Republic of South Africa. Действующий рекордсмен. Номер 4. Барилла Антонио, Италия. Италия. Участник. Мо Чунче. People's Republic of China, Китайская Народная Республика. Лейва Михаил, Россия. The final Юревичуте. Жюри высшего уровня представитель Юревичуте. Chief Range Officer of the, and International Referee Лизунов Олег. Старший судья площадки, судья международной категории. Желаем спортсменам удачи. Good luck. Вау. За золото. Нет, нет, нет.
за золотые медали. Китай. По-русски точно такая же. Это по-английски или это специально? Presented by Midhat Vakhtar, вице-президент Международной Федерации спортивной стрельбы, технический делегат, Vice President of International Shooting Sport Federation, Technical Delegate. Цветы вручают. Flowers will be presented by Халим Шайхутдинов, заместитель министра по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан. За третье место бронзовой медалью награждается.